Курортный сезон начался, а пляж между санаторием «Смена» и пляжем «Ромашка» в поселке Совет-Кваджи по-прежнему дикий. Отдыхающих здесь немного. Оно и понятно. Нет ни зонтиков, ни кафе, ни туалетов, только мусор и выброшенные штормом коряги. Мэр Сочи Анатолий Пахомов обратил внимание на этот неухоженный пляж на традиционном для начала сезона обходе городских мест отдыха у воды. У этого места еще есть все шансы стать популярным местом отдыха, считает мэр, но нужна хозяйская рука. Мы сейчас уже предложили вот нашим предпринимателям из центрального района, которые занимаются арендой пляжных территорий, заняться. И я уверен, что через неделю здесь будет совсем другая картина. Здесь будет настоящий пляж. И уверен в том, что у этого пляжа появятся свои гости. Найдем возможность, чтобы эта замечательная территория Черного моря работала и давала радость нашим гостям. А у пляжа санатория «Смена» хозяин есть, но только выглядит территория так, как будто заброшена. Зонтиков и шезлонгов нет, чего не скажешь о мусоре. Его приходится убирать самим отдыхающим. Что касается непосредственно зонтика, у нас есть, вот видите, там лежаки есть, можете проверить, там все нормально. Сегодня детей мы не купаем. А прилежащие зоны, это самое, соответствующим образом, ну, раз такая ситуация, значит, мы возьмем на себя ответственность, будем убирать прилегающую зону, да. В целом, отметил Анатолий Пахомов, некоторые пляжи Лазаревского района в благоустройстве пока отстают от пляжей в центре города и в Адлере. Портят вид и неухоженные, а иногда и замусоренные участки вдоль железной дороги. Это зона ответственности РЖД. Не место возле моря и незаконным объектом торговли. Разрешение на открытие вот этой точки никто не выдавал. Вот они подключены к разливу. Здесь не только торгуют пивом, что для нестационарных павильонов запрещено, но и пользуются опасным газовым баллоном. Теперь этот киоск будет проверять полиция. Сразу после обхода эту тему Анатолий Пахомов обсуждал и на встрече с арендаторами пляжей и предпринимателями Лазаревского района. Есть и особая вина российских железных дорог, которые без нашего согласования отыграли какие-то территории, вот, дали возможность субарендаторам на полосе отвода наставить убогих объектов, которые точно не украшают город и не украшают. И, конечно, они небезопасны. Но вы слышали сегодня позицию РЖД, они пообещали, что за эти два дня они все-таки проверят все эти договорные отношения. Все то, что на полосе отвода железной дороги поставлено незаконно, они сами его снесут. Пахомов еще раз напомнил, туристам нужно обеспечить качественный и безопасный отдых. И от каждого из бизнесменов зависит, захотят ли отдыхающие вернуться в Сочи снова. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Арак Таян, телекомпания ФКТ.